Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Президент компании Idea Eagle Junior Amaral опубликовал следующее сообщение к мастерам. Добрый вечер всем. Уже достаточно долго мы работаем вместе. Многие из вас здесь, в этой группе, должны являться главными проводниками информации о том, продолжают директора работать в компании или нет. Так как мы находимся в заключительной фазе нашего процесса, я могу с полной ответственностью сказать, что работа достойна тех, кто так профессионально ее координирует. Появились сообщения, что я, Junior Amaral, ушел в другие MLM-компании. Хочу заявить следующее. Я в этой группе с первого дня и с первой встречи с каждым из вас. Сегодня вы все являетесь носителями информации, которую руководство компании предоставляет вам с максимальной прозрачностью. Ничто не поможет словам, если им противоречат действия. Произносить слова может каждый, подтвердить их делом немногие. Я позиционирую себя здесь, в этой группе, так же, как и всегда. Прозрачность и лояльность во всем. Мы прошли вместе этот долгий путь и можем пойти вместе гораздо дальше. Каждый сможет осознать все, что произошло в компании за прошедшие месяцы. Как постоянный президент, я выражаю свою искреннюю благодарность всем, кто имел вопросы ко мне, независимо, сомневаетесь вы в нашей работе или нет. Junior Amaral. Когда вы заходите в свой кабинет Idea Eagle, то вы можете заметить новую графу, новую информацию, которая подписана Honorable Balance. В переводе с английского это можно перевести как почетный баланс или честный баланс. По всей видимости, эта цифра отображает сумму денег, которая должна быть на балансе к 3 августа. Но многие партнеры жалуются, что эта цифра не соответствует тому, что должно быть, потому что практически все знают, когда они приобретали свой инвестиционный пакет и, естественно, могут примерно посчитать, какая сумма должна быть к 3 августа. У некоторых даже есть скриншоты, подтверждающие, что сумма должна быть другой. Но Ирина Балакова пояснила, что работы еще ведутся, и, по всей видимости, компания будет вносить какие-то корректировки, поэтому не надо особо паниковать по этому поводу. Скорее всего, компания будет вносить какие-то исправления. Для нас главное то, что работы с кабинетом продолжаются. Собственно, как Мигель Гомес сказал, что скоро появится баланс в кабинете. Вот мы видим, он появился. Кроме того, обратите внимание, что слева также появился раздел «Пакеты», «Инвестиционные пакеты». И можно здесь нажать кнопочку «Приобрести пакет». И, как видите, действительно открывается список пакетов. И если мы нажимаем оранжевую кнопку «Купить сейчас», то появляется возможность оплатить данный пакет биткоинами. Конечно, на данный момент я не рекомендую ничего оплачивать или делать какие-то манипуляции, поскольку кабинет еще в процессе доработки. И вот небольшой комментарий от Ирины Абалаковой. Друзья, все, наверное, видели в кабинетах у себя появился баланс. Баланс на 3 августа вывели платформы. Сегодня утром Мигель выставил первые пробы транзакций из кабинета на валет, на кошельки наши. То есть увязка на платформе двух веб-сайтов. Выставил и попросил пока не давать информацию, пару часов подождать, когда подтверждение прихода денег, то есть нормально проведенной транзакции, подтвержденной, можно будет показать. Он это выставил в чате мастеров, подтверждения прошли, и после этого было объявлено, что начинается загрузка бэк-офиса салда деньгами. То есть в расчетах по остаткам на 3 число мы получили сейчас суммы. Возможно, будет еще корректировка, я не могу сказать, окончательно это вариант, либо нет. Мигель сказал так, что постепенно мы наполняем информацией бэк-офис, очень торопимся за эти дни все закончить. Попросил пока не слать, я же без конца пересылаю ему данные, которые дали по бинару, пока не давать. То есть практически, когда бинар выстраивают, смотрят, корректируют согласно данных, которые мы посылали, то есть проверяют местоположение логинов. Но на сегодня супер важным вариантом, который необходимо было закончить с нагрузкой информации, это было подтверждение увязки
платформ, что раз появилась сумма в бэк-офисе остатков, значит, что прошло успешно, и компания двинулась дальше по загрузке информации в бэк-офисы, поэтому в ближайшие часы, дни мы получим наполнение бинара, мы получим баллы, мы получим выставленную всю информацию для того, чтобы в объявленный день компания могла нам открыть вывод и открыть возможность покупки коина. Друзья, на сегодняшний день я же сказала вверху сообщение, которое выслала, что будет еще корректировка. Это пробная загрузка данных. Вы прекрасно знаете, что не цифры руками прописывают IT, да, а прописывают кодировку переноса данных. Всегда при переносе старой информации на новый носитель всегда возникают неполадки, недочеты. Потом информацию всю восстанавливают. Мы это проходили уже с Infinitum Flam. Восстанавливается все, потому что история все равно есть. Поддержка у нас есть в кабинетах, уже появился суппорт и тикетная служба. Поэтому сегодня не нужно ничего писать. Я же сказала, что будет корректировка. Давайте подождем день-два, сегодня, завтра. Вот завтра у нас что-то к концу дня не так, начинаем в пятницу писать тогда, потому что Мигель говорил, что они торопятся все закончить вот до объявленной даты. Поэтому давайте подождем сегодня, еще завтра, посмотрим, что будет корректироваться. Исчезли сейчас пакеты. Какой-то информации еще не хватает у многих. Поэтому на завтра он опять утром выдаст информацию. Я опять скажу, что конкретно сделано и что можно делать. Но нет смысла сейчас писать. Вдруг завтра у нас все опять восстановится, что какая-то дополнительная информация появится. По поводу сумм. Мигель тоже говорил, что могут быть недочеты по суммам. Каждый, который подтверждает и знает сумму на 3 августа, может высчитать, особенно инвесторы, они спокойно могут высчитать, мы знаем, какой был пассив, и отправить в поддержку свою дату входа, пакет на 3 августа, недостача суммы. Это возможно сделать. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.